В минувшие выходные в Петропавловске прошел экологический субботник в рамках национальной акции «Таза Казахстан». В нем приняли участие сотрудники молодежного ресурсного центра, волонтеры и жители города. Всего убрано 240 тонн мусора. Тему продолжит наш корреспондент. В рамках экологической акции «Таза Казахстан» сотрудники молодежного ресурсного центра, жители Петропавловска и представители волонтерских организаций очистили сквер, расположенный на пересечении улиц Интернациональной и Алтынсарина. В работе приняли участие около 70 человек. По инициативе главы государства в каждом регионе стартовала и проходит республиканская акция «Таза Казахстан». Наше молодежное движение, волонтеры всегда принимают активное участие в таких экологических инициативах. И мы видим, как у молодежи формируется правильное отношение и стремление к чистоте и охране окружающей нашей среды. И мы продолжим это благородное дело, правильное, благородное, и призываем всех присоединяться к таким экологическим акциям. Аль-Фараби Мынбай – один из участников экологической акции. По его словам, поддерживать город в чистоте – долг каждого жителя областного центра. Нам нужен чистый Казахстан. Вот почему мы говорим всем нашим соотечественникам и гражданам, которые любят свою страну. Следите за чистотой своего родного края. Если мы сохраним окружающую среду чистой, нам будет счастье и процветание. Следует отметить, что в минувшую субботу от мусора очищено 3 сквера. Всего с начала акции «Таза Казахстан» из Петропавловска вывезено более 230 тонн мусора. В целом в мероприятии приняло участие более 3000 человек. Елена Горбань, Улан-Удэ, Дамир Искендиров, служба новостей.